Каждый книговый объект состоит из глав, каждая глава – это имя, характер, судьба. Поэтому я не знаю, как это удобно у тебя или нет. Можно просто встать, а можно со стулом сюда, конечно. Вот я думала об этом. Я приглашаю вас сегодня перечитать интересную книгу вместе со мной. И не всю, конечно, ее, а отдельные ее страницы. И вот первая глава. Открылась дверь, и на пороге появилась девочка. Она была похожа на испуганного воробья. Она не знала, куда ей деть руки, как поставить ноги. Все ее тело, казалось, не слушалось ее. Но вот взгляд. Это единственное, что выдавало ей характер. Решительный, целеустремленный. И я так рада, что тогда на меня так посмотрела и заставила себя говорить. Потому что в итоге все мы получили возможность наблюдать за твоими невероятными успехами, прорывами, победами. А сочетание красоты внешней и красоты души всегда придавало твоему таланту еще большую силу. Есть смысл? Соня или Женя Кропич? Женя. Вы можете распаковать это дома, разрешаю. Это мой подарок. Thank you.